Thank you.
трудные дни молитвенная жизнь на Руси всегда усиливалась. Всем миром постились, всем миром молились, и беда отступала. От труса, потопа и глада молит спасти батюшка страну и Москву. Нетель одинокие молитвы людей верующих и спасают сегодня столицу от новых взрывов и новых бедствий. Пять крестных ходов с образом Владимирской прошел отец Анатолий вокруг столицы. Владимирская – заступница и покровительница Москвы. Ей сейчас нужно молиться сугубо, считает он. Устраивались эти крестные ходы в прошлом и позапрошлом году. Не они ли и оградили нас тогда от напасти? А вот в этом, замечает батюшка, не было ни одного.